Меньше чем за год в ангарском отделе ФМС исчезли очереди к специалистам на сдачу документов при оформлении загранпаспорта. В миграционной службе это связывают с тем, что ангарчане при оформлении документов стали чаще пользоваться интернетом. Кроме того, жители городов Усолье-Сибирское и Черемхово теперь получили возможность оформлять и получать загранпаспорта не в Ангарске, как это было ранее, а по месту жительства. Это значительно упростило работу специалистов ангарского отдела УФМС. Ведется прием здесь в отделе по живой очереди. Прием проходит в многофункциональном центре. У нас прием проходит по интернету людей и по записи. Запись сегодня, уже на завтра. То есть народу нет. Интервал сделали записи маленькие, людей успеваем принимать. Все в печатном виде заявления люди несут, поэтому успеваем много. Только за последний год работники миграционной службы выдали около 17 тысяч загранпаспортов. 5 тысяч из них были оформлены с помощью интернета, еще столько же через МФЦ. Остальные в порядке живой очереди к специалистам УФМС.